Какие эмоции после возвращения на родной стадион? Ну, очень приятно, да, вернуться домой. В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня на игру и поддержали нас. И также, наверное, тренерский штаб, который подготовил меня в кратчайшие сроки. Я как подписал контракт. Получается, у меня не было выходных и работал каждый день. Ну, соответственно, вышел и удалось забить. Выходя на замену, верил, что успеешь отличиться? Ну, конечно, были мысли, да, в первую очередь, что надо помочь команде, но в итоге хорошо, что так все сложилось и удалось забить. Твой гол – это больше везение или голевое чутье? Фу, я не знаю, думаю, мы на тренировках наигрывали угловые, и в итоге получилось то, что наигрывали. Хорошая подача была и, соответственно, замкнул.